из древнерусской литературы. Каждая победа русских воинов в тяжкие годы привлекала к себе восхищенное внимание современников. Был провозглашен святым новгородский, а затем и великий Владимирский князь Александр Ярославич, одержавший две славные победы на западных рубежах новгородской земли. Повесть о житии Александра Невского, строго говоря, лишь отдаленно напоминает традиционное житие святого, на первый план в ней выступают воинские подвиги, а не христианские добродетели князя. Хотя он предстает перед читателем как благородный христианин, с горячими молитвами, обращавшийся к Богу, хотя на помощь ему и его воинам приходят небесные силы, предводительствуемые святыми воителями, князьями Борисом и Глебом. Особенно подробно описано в повести «Сражение на Ижоре», «Притоки Невы», в память об этой победе над шведами Александр и получил почетное прозвание «Невский». Главное новшество литературы XVII века состоит в том, что она отказывается от стремления изображать только действительно бывшее и все чаще обращается к художественному литературному вымыслу. Героями литературных произведений становятся теперь не только князья и бояре, но и простые люди – купеческий сын, «Крестьянин» из повести о Шемяке не суде» и так далее. Повесть о Шемяке не суде» – это не только сатира на судебные порядки. Судья Шемяка судит в пользу обвиняемого, надеясь на взятку. Но прежде всего это рассказ о злоключениях неудачника. Ведь все свои преступления убоги совершает невольно, по недоразумению. Приговоры судьи – зеркальное отражение самих проступков – так судья предлагает богачу, чью лошадь убогий вернул без хвоста, снова отдать виновному лошадь, и пусть он владеет ею до тех пор, пока хвост снова не отрастет. Бессмысленность и комичность приговора очевидна. Но читатель при этом замечал, что решения Шемяки вполне соответствовали тогдашним законам, по которым за убийство убивали, за поджог сжигали, за чеканку фальшивой монеты заливали в горло расплавленный свинец, то есть наказание как бы соответствовало самому преступлению.